24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян, создателей славянской азбуки. В нашем городе празднование Дня славянской письменности и культуры по традиции пройдет на Театральной площади. В 16 часов там развернется выставка книг, народных промыслов, декоративно-прикладного искусства. Основным действом станет крестный ход. В этом благодатном и радостном событии может принять участие каждый. Начало в 16 часов от Свято-Успенского храма по улице Запорожской. Далее крестный ход направится к Театральной площади, где в 16:30 состоится молебен в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Продолжится празднование Дня славянской письменности и культуры творческой концертной программой.